очередной юбилей. Их было много за долгую, полную событиями жизнь Лидии Ивановны Демкиной, коммуниста, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, доктора технических наук, одной из старейших сотрудниц Ленинградского государственного оптического института. Лидии Ивановне 80 лет. Движется время, оставляя память о себе сединой, фотографиями в семейном альбоме. Научная деятельность Лидии Ивановны Демкиной началась в 1922 году. Она принимала участие в создании первого советского эталона силы света. Занималась проблемами производства цветного стекла. Лидией Ивановной опубликовано более 100 научных работ, получено свыше 20 авторских свидетельств об изобретениях. Среди правительственных наград, которых удостоена Демкина, есть особый орден – «Материнская слава». Ведь Лидия Ивановна еще и глава большой дружной семьи, у нее 8 взрослых детей, 17 внуков, 8 правнуков. Мать не должна жертвовать собою, своим любимым делом ради детей, говорит Лидия Ивановна. Это никому не нужная жертва. Чем больше в жизни сделает мать для общества, тем выше она в глазах детей. Чем счастлив человек? Женщина, мать, ученый. Лидия Ивановна Демкина живет полной жизнью, не мыслит своего личного счастья вне счастья и процветания Родины, утверждая трудом своим и делами наш советский образ жизни.